Спасибо. Ну да. Работаем, да? Большие художники не снимают ни для кого. Они снимают для того, чтобы фильм был. Вот его не было, и вот он теперь есть. Нормальному художнику этого достаточно. Да, мама рожает детей не для того, чтобы как-то, не знаю, пополнить ряды армии или, значит, общество обогатить. Не задумывается о том, кто будет потребителем ее ребенка. Там, ЖЭК. Правительство. Ты помнишь эту историю? Ну, в школе типа, немецкий язык там базовый, да, делегация СГД должна приехать. Их приговаривает класс, там, не знаю, какой это был класс, но дети еще. Когда придут, все, весь класс встанет и скажет: «Гитлер капут». Пришла делегация, открыли дверь, класс встал, сказал: «Гитлер капут». Юфа только не встал. Все. Кто затейник? А все говорят: «Юфа». Но он же не встал. Он же не сказал. И все. То есть это была вот такая вот тонкая провокация, как бы выдуманная это ребенком. Понимаешь, чтобы никого не наказали. В то же время все произошло. По соприкосновению с кинематографом каждый из нас имел определенный опыт живописи, фотографии, других поэзии и прозы. Социальные ли предпосылки, либо какая-то общность мировоззрения объединили работу молодых людей в столь особой и непривычной для массового зрителя манере киностилистики. Находимся сейчас на складе моего реквизита, который остался со съемок предыдущих кинокартин. У меня как бы есть такая практика, я никогда ничто не выкидываю после съемок, стараясь это беречь, потому что опыт подсказывает, что все, что ты использовал, во всяком случае, это имеется в виду в моей эстетике, рано или поздно это пригодится. И на самом деле так и происходит. Кино, оно всегда связано с чем-то очень простым, элементарным, повседневным. Как говорится, я не снимаю ни дворцов, ни роскошных. Как раз вот на таком красота и заключается в элементарности, в простоте, в аскетичности природы, деталей. Мне кажется, что все-таки вот эта вот такая углубленная матерость, она просто ему свойственна, может, понимаешь, вот в силу характера. Я не знаю, национальная черта, ну хрен его знает, понимаешь, понятия не имею. Ну, то есть, во-первых, его природа больше манит, чем все остальное, и он ее и снимает, то есть у Юфа фильма о природе, понимаешь. Ну, собственно, то, что он любит, то он и снимает, вот, и это правильно. Человек так и должен делать кино, и оно получается тогда убедительным. Кино начинается... не с какой-то новой навороченной камеры, а кино начинается с головы, в голове. Даже, я бы сказал, с некого душевного движения. Все остальные кинематографические движения, коими управляем мы, кинематографисты, начинаются именно вот с этого порыва какого-то душевного, с личностного очень. И, наверное, в этом есть дефицит какого-то личностного проявления. Французские теоретики кино в 60-е годы ввели такое понятие, как фильм-диспозитив. Диспозитив по-русски аппарат. То есть аппарат кино, который включает в себя темный зал, других людей, с которыми ты вместе, но при этом не с ними. Предполагает, то есть он не предполагает, что то, что в
фильм превью, фильм для меня темпоральность определенная. Соответственно, во-первых, это должен быть большой экран, во-вторых, должно быть темно. Образы должны быть намного больше, чем я. Я должен уменьшаться до состояния младенца для того, чтобы видеть кино. Когда человек смотрит кино вот так вот на каком-то девайсе, это другое что-то. Я не знаю. Возможно, это интересно с точки зрения ознакомления. Самое необходимое при съемке на черно-белую пленку, конечно, это то, что делает и интерьер, и как бы, человека более фактурным. Например, я использую обычный уголь для того, чтобы зафактурить какие-то белые части интерьера, сделать одежду более рельефной у актера. Или как бы кожа, если она начинает бликовать на солнце, ее можно всегда как бы за чуть-чуть подмазать, она становится более матовая. И как бы в целом это делает картинку более сбалансированной в плане света тени, в плане объема. Для меня это очень важно, потому что я придерживаюсь как бы эстетики кино, которая ближе к кино немому, кино, которое выражается в своих визуальных качествах прежде всего. Кино, по сути своей, стремится уйти от буквальности и сюжетной, и визуальной, и что в идеале кино это будут шорохи и тени на экране, и тем не менее это будет интересно каким-то образом смотреть. Ну, то есть кино сейчас уже превращается на пороге виртуальности в нечто не то, что непременно должно присутствовать перед объективом камеры. Сновидение мыслит преимущественно образами. Из этих образов сновидение создает ситуации. Оно как бы изображает что-либо существующим, драматизирует мысль, служит источником нового вдохновения. Фрейд – это очень сложная и очень интересная история. Я знаю как минимум два раза, то есть да есть два свидетельства того, что в Нью-Йорке и в Риме Фрейд был в кино. И я думаю, что мы ограничимся просто анализом одной короткой фразы, которая звучала следующим образом. «Варьете мит мувин пикчерс». Фрейд назвал кино, мне очень нравится, когда он слетает с одного языка на два, а здесь он слетел на три. «Варьете» — это развлекуха, это понятно, «варьете» по-французски. Да? «Мит» — это по-немецки «с» — предлог. «Moving pictures» мы все понимаем. То есть это для него это была некая развлекательная последовательность, некое движение. Почему как бы я пришел в фотографии, потом в кино, у меня был просто, наверное, интерес, прежде всего, с фиксацией каких-то событий, как у любого молодого человека, снять то, что происходит вокруг себя, может быть, в какие-то с элементами чрезмерного социального гротеска, с черного юмора. То есть то, что было вокруг, в совершенно гипертрофированном, изроданном виде. То есть это была такая, можно сказать, чрезмерная пародия на социальную среду. И персонажами тех лет, начала 80-х, были типичные представители советского общества того периода. Военные, санитары, врачи в белых халатах, моряки, милиционеры. Была такого рода жесткая пародия. Две черты отличительные для
неавангардного кинематографа – это повествование, нарратив, история, литература и главный герой – звезда. Соответственно, что делает Юфа? Первое. Никакого повествования, логически связанного, нарратива быть не должно. Он за кадром, он убирается. Вот мне кажется, наконец я скажу очень важную вещь. Непредсказуемость следующего кадра. То есть неизвестно, что будет потом. Почему в сегодняшнем мире люди так, с таким восторгом и удовольствием смотрят мейнстрим кино, которое я бы назвал продюсерским. То есть для меня Голливуд умер, теперь господствует продюсерское кино, которое строится на том, что берется Леонардо Ди Каприо или какой-то еще звездный актер или актриса, и выстраивается сюжет. И почему люди это смотрят? Потому что их не ждет никакая непредсказуемость. Они знают это кино наизусть. Даже если они первый раз его видят, оно читается. И это восторг узнавания, а дальше психоаналитическая мысль самого себя. Это была одна из, так сказать, одна из самых интересных составляющих кинематограф, спонтанного кинематографа того периода, когда мы совершали какие-то неожиданные события, не вписывающиеся в логику повседневности, в логику, так сказать, нормальной последовательности действий обычного советского человека. И это вызывало шок, недоумение, и это все фиксировалось на кинопленку. То есть это были как такие люди на улице, они были своего рода статистами, случайными статистами. Вот. И провокаций было очень много. Я помню, мы брали, например, мы нашли манекен, был такой случай, манекен, который использовался из поролона, он полностью имитировал человека, его пластику, объем, у него было лицо с какими-то элементарными чертами. Мы его одели в черный костюм, это был 84-й, по-моему, год, и сбросили с пятого этажа где-то в центре перед выходом метро. Ну, люди, естественно, опешили, потому что в этот момент, когда этот манекен упал, к нему бросились какие-то странные персонажи и начали бить его палками. Кино Юфы на те времена – это просто энергия такая, вот хлещет через край. И она тем самым просто как бы сама себя вынимала из болота этого. Группа «Здорового досуга», понимаешь, потом название уже получила. А поначалу это просто вот бездельники, которые просто, ну, творческий потенциал огромный, а делать-то нечего. Ну, побегать, подраться там на снегу еще и кино с ней, потом посмотреть это все. Мы начали ходить в кинотеатр «Спартак», и фактически мое кинематографическое образование было связано с опытом посещения этого кинотеатра. В этих фильмах 20-х годов «Немого кинематографа» я увидел очень много общего с тем, что делали мы, не имея опыта кино. То есть как бы мы по наитию фактически достаточно близко подошли в то время к практике
авангарда 20-х годов. Работа с светом, работа с черным и белым, с тенями, с ракурсами, с построением композиции кадра. Все это абсолютно четко из немецкого экспрессионизма. И кроме того, этому ублюдку Гитлеру тоже можно сказать спасибо за то, что все Фрица Ланги и Билли Уайлдеры и кто только, и, не, в общем, это бесконечный список, оказались в Америке и стали кино делать там. Эти законы универсальны, их нельзя отбросить. Мы, как бы, мы живем все в этом мире, где есть одна композиция, один рельеф и так далее. Другое дело, что их надо искажать и интерпретировать по-своему, и создавая тем самым свой авторский стиль. То, что сделано в 20-е годы, то, что сделано в немом кинематографе, если мы оцениваем кино как искусство визуальное, наверное, это наивысшая точка рассвета кинематографа как визуального искусства, потому что впоследствии появление звука, потом появление цвета, оно, конечно, ну, если не убило, то в какой-то мере снизило атмосферу загадочности, кинематографичности. Если взяться за руки всем и упасть лицом вниз, произойдет перемена положения тел. Частые перемены тел могут означать что угодно, а следовательный ответ на вопрос. А если лежа на полу, перекатываться друг через друга, не спуская рук, это увеличит шанс на познание неведомого. Все зависит от количества падающих. Чем больше, тем сильнее звук падения и перекатывания. Это прибавляет уверенности. Главное, не обращать внимания на гибель лежащего рядом и продолжать перекатывать его тело. Жизнь в движении. Откройте рот. Вообще, я как бы в то время учился в техническом вузе, и первое образование мое инженер-механик. И никогда не думал, что как бы, в конце концов то, что я делаю, начнет развиваться и превратиться, будет иметь какую-то художественную, эстетическую ценность. Успех, по-моему, пришел исключительно после полнометражного фильма «Папа умер, Дед Мороз». И успех касался в первую очередь как раз-таки Юфита как нового кинематографиста, который представлял новое перестроечное, если так можно сказать, кино. Оно не перестроечное, безусловно, я имею в виду, что вот новое кино, открывшееся страны под названием Россия. Это фестиваль во времени. Это родина, в общем, Феллини, по сути. Туда вышел Феллини, Танино Гуэра, председатель этого фестиваля. Хотя жюри было молодежным. Это кредо фестиваля. Я помню, должен был летать на один день раньше, потому что в последний момент это чехарда с билетами, кто ее там едет. Мне сказали, останьтесь, вы не пожалеете. Мы переделаем билет. Ну, в общем, выяснилось, что жюри молодежный приз, это брошь с буквой Ремени. В общем, передала нашему фильму «Папа умер, Дед Мороз». Счастье, радость быть кинематографистом, оператором и профессионально могу работать с разными режиссерами, стараясь не, насколько это возможно, не дублируя, не воспроизводя тот опыт, который наработан на одной картине Мамерова, а как-то иначе совершенно снимать фильмы Евгения Юфита совершенно иначе, чем Александр Николаевич Сапуров. Стоп. 60? Нет,
А мое кино корнями не только в 20-х годов немецкого, а в экспрессионизма, там, русского авангарда, но и также, наверное, сайенс-фикшн 50-х годов. И вот эта своеобразная смесь, парадоксальная какая-то, эти радикальные эстетические эксперименты, может, впрямую люди это не осознают, но они ощущают внутри себя как нечто как бы родственное этой среде. И в то же время это замешано на каком-то парадоксальном, иногда анекдотичном сюжете. Усильте давление по левому вектору. Наблюдать труднее, чем игры детей. Ребенок играет, даже оставаясь один. Взрослый, однако, стыдится своих фантазий и скрывает их от других людей. Он оберегает их, как свою самую задушевную тайну, и почти всегда охотнее признается в своих проступках, чем поделится своими мечтами. Самая парадоксальная вещь, с которой мы только можем столкнуться, это то, что в некрореализме Юфита нет ни одного трупа. Это человек, который не был ни в каких анатомичках. У Юфы смерть вписана в саму жизнь. Чем андет отличается от живого? Тем, что он не говорит, например. И вот это мычание, эта дезартикуляция, она как раз наводит на мысль о смерти. А дальше очень простая и всем хорошо известная мысль. А чего вы взяли, что вокруг нас живые люди? Экрана был алтарь, а напротив стоял орган на балконе. Орган ведущей тогда фирмы Валькер, который, кстати, и сейчас существует, был один из лучших органов в Петербурге. Я, собственно, и в этой церкви органист. Ну и по совместительству еще и сторож. Сейчас интересное время, как раз очень кинематографично. Нету листвы, цвета приглажены, нету как ярких локальных цветов. Очень хорошо, именно для кинопленки. Ну, у меня как бы сейчас меняются мои ощущения. Мне очень стало нравиться живопись первобытная, наскальная живопись. Последнее время я стал ее понимать. Вначале я не воспринимал, естественно. С каждым годом я ее воспринимаю все глубже. И, наверное, это для меня, в общем-то, такой своеобразный эталон искусства. Не знаю, для многих это звучит как бы издевательски, конечно, я понимаю. Да. Мы действительно работали очень активно вместе, обсуждая как раз вот этот принципиальнейший абсолютно момент происхождения человека, вот как бы появления человека, который оказывается совершенно другим существом на этой планете и, наверное, существом, которое не идет на пользу ни себе, ни этой планете. И вот, собственно, это Женю привлекало. Thank you.
кровь и почва. Куда ты от этого денешься? Никуда. Как бы ты ни хотел, чтобы этого не было лозунга, он есть. Он действительно работает. Твой ген и та земля, которая тебя кормит, это все, что ты есть. Здесь и сейчас. Куда дальше-то, понимаешь? Вот оно и есть. И поэтому, забывать о ней, там, или как-то ее паразитировать на ней. То есть это какие-то, понимаешь, это именно, вот опять же, говорить о каком-то внутреннем и неестественном, то есть о патологии. Кино – это чудо. Как ты его снимаешь? Никого. Главное, чтобы оно было. И никаких установок не должно быть, никаких цензур. Наверное, для меня, я не могу сказать, что однозначно, что там не закончилось. В общем-то, это такой вопрос достаточно зыбкий. Закончился какой-то этап, да, какой-то этап закончился, но говорить о завершении времени я не буду, потому что для меня те приоритеты, которые были в 80-е годы, они сохранились, и тот стиль жизни, и ощущения сохранились, несмотря на то, что прошло, в общем-то, 25 лет. Надо полагаться на обстоятельства и не жаловаться на них, потому что очень часто они, наоборот, помогают. Ты сначала ты думаешь, что они тебе мешают вечно что-то сделать. А, как правило, в моем опыте они, как правило, помогали. Вот. И не всегда отсутствие денег являлось как бы той препоной, которая мешала сделать какое-то интересное в эстетическом художественном плане произведение. Замыливается, и нужно время, чтобы оценить то, что ты делаешь. А не всегда это возможно, поскольку сроки бывают сжаты, и ты должен закончить кино там какому-то фестивалю. Видео ты знаешь, что ты можешь снять 1000 дублей, потом как бы переснять, сделать как-то все иначе. А кино ты должен готовиться. Это ты один, каждое нажатие на спусковой как бы крючок кинокамеры — это большие деньги, большие затраты, и ты лимитирован двумя дублями того, что ты делаешь. Поэтому отношение к тому, что ты делаешь, соответственно, возрастает десятки раз. И, как правило, то, что ты снимаешь, первый дубль, обычно ты и берешь первый дубль, потому что в него вкладываешь всю свою энергию, отношение к тому, что ты делаешь.
Как правило, первый дубль выходит самый лучший. Продукт или инструмент? На самом деле это, конечно, манипуляция, мы понимаем. И визуальность – это действительно страшное оружие, которое проникает под корпус напрямую и оставляет след навсегда, чтобы мы не видели. И это остается с нами. Не знаю, может быть, если бы, скажем, не было у нас дыры в кинопроизводстве в 90-х, и если бы мы не выходили, не выбирались из этой дыры таким чудовищно глупым способом, которым мы это делали на рубеже 90-х нулевых, если бы при этом был запрос небольшой, хотя бы фестивальный, да, хотя бы у следующих поколений на то, что называется настоящее искусство, без пафоса, ну просто вот сделанное по эстетическим законам, а не по законам рынка. Да, то вполне возможно, что, скажем, опыт Юфита и других параллельщиков, он бы не пропал в туне. Это было оригинально, не похоже, цельно. В этом был стиль. Но если в этом есть стиль, значит, мы не можем сбрасывать это со счетов. Вот. Просто потому что, как и положено, в любом искусстве стиль – это человек. Но это не для того общества, в котором человека привыкли сбрасывать со счетов. Желание, да, очень важно, желание, желать, но желать не приобрести, а сделать, это важнее, как Хлебников говорил, есть изобретатель, а есть приобретатель, это то же самое, что продукт и инструмент, понимаешь, ну, по сути, только другими словами. Меняются времена, рушатся и создаются государства, рвутся дипломатические отношения и складываются новые. А поезд все прибывает и прибывает на станцию. И будет прибывать вечно. Ага, благодарю.